смотрите и слушайте. Нам предоставляется возможность увеличить наше могущество. Командование снова связывалось с нами, хотят отчет. Уже в четвертый раз за эту неделю. Мы молчим в эфире, наверняка они скоро захотят к нам наведаться. Они, наверное, ума не приложат, кто подбирает боеприпасы, которые они сбрасывают. Если хотят, пусть хоть каждую минуту до конца света выходят на связь, мы не ответим. Ты слышал шепот? Ты знаешь, Уль, Ульк, Воля, голос. Теперь мы его, он здесь, они нас бросили! Если они, если кто угодно хочет получить эти боеприпасы, хочет это мясо, пусть заберут у нас! Конечно, конечно, сэр. За Улькайра. Нарушение периметра, вторжение на третьем контрольном пункте. Все к оружию! Убить их! Отнести их плоть в цитадель! Улькайр сегодня будет пировать! Чтобы их убили! Батареи Мантикор, возмездие правосудия! Раздавите их под своими ракетами! Продолжение следует...
Умрите, неверующие! Улькаю всем вам рад! Ты же несешь желчь и болезни кровавым волком.